наш приезд ознаменовал сезон дождей. Вчера шел небольшой дождь. Правда, люди, которые были на экскурсии в саду «Миллион летних камней», говорят, что был очень-очень сильный. На Калане не было дождя. Люди, тоже отдыхавшие там, сказали, что совершенно не было. Мы попали на море. Удивительное зрелище, как капли отскакивают от морской поверхности в виде таких огромных бусин. Незабываемо. Сейчас обратила внимание, что что-то застучало по стеклу, и думаю, наверное, соседи что-то сушить повесили, но еще очень рано, чтобы что-то сушить. Оказывается, это дождь пошел, но он уже стихает и смолкает. Но сюда затекает вполне себе прилично.